Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что пришло время строить планы на выходные. Как провести время насыщенно и интересно, я расскажу в ближайшие минуты. В эту субботу музей Эльдара Рязанова организует лекцию об истории российской анимации. Весной 1912 года вышел первый мультипликационный фильм «Прекрасная Люканида» Владислава Старевича. На лекции слушатели узнают, как провинциальному чиновнику, карикатуристу и энтомологу-любителю пришло в голову оживлять на экране миниатюрных кукол, были ли у него в этом деле коллеги и соперники, а также почему рождение российской анимации отчитывается именно с его работ. 16 сентября, 18:00. Лекция пройдет на базе кинотеатра «Художественный». В музее-галерее «Заварка» открылась новая выставка. Она называется «Время дерева» и рассказывает истории людей, которые живут и работают в старинных деревянных домах нашего города. Фотографии дополняют вещи из семейных коллекций героев фотовыставки. Экскурсию для детей проведут 16 сентября в 12:00, а для взрослых – 17 сентября в 13:00. Детская картинная галерея предлагает отправиться в путешествие по историческому центру города и узнать, кто же живет на самарских фасадах. Экскурсию с таким названием для детей и их родителей проведут в это воскресенье 17 сентября. Вас ждут загадки, тайны и неожиданные открытия. Вы узнаете интересные истории о городских памятниках и самарских старинных домах. Но самое главное, интересно проведете время всей семьей. Начало экскурсии в 11:00. Самарский театр «Камерная сцена» открывает 30-й юбилейный сезон премьеры спектаклем «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова. Жанр спектакля театр обозначил как «летнее наваждение». На сцене один день из жизни маленького таежного городка. Кипят страсти, все влюблены друг в друга. В этот фантастический летний день никто не хочет верить, что все пройдет и ничто более не повторится. Ни первая любовь, ни время, ни эпоха начала 70-х. В день открытия нового сезона зрителей помимо премьеры традиционно ждут лотерея и подарок. Спектакль покажут 23, 24 и 30 сентября в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.